Продолжается месячник по уборке территории Десногорска. 27 апреля наводить порядок на городских улицах вышел женский коллектив комитетов администрации города, а также сотрудницы городского ЗАГСа. Работа велась во втором микрорайоне между 16-этажками и 4-м домом. Хотелось бы, чтобы эта чистота сохранялась, и не сорили территорию. Я думаю, как бы не надо указывать, где место для оставления мусора. И хотелось бы, чтобы труд наш ценили. Руководил проведением уборки территории и непосредственно участвовал в ней глава муниципального образования город Десногорск Андрей Николаевич Шубин. Была очищена от песка и земли дорога, выметены тротуары, убраны территории газонов от мусора. Наша задача сегодня здесь навести порядок на газонах, на проезжей части, для того, чтобы здесь было чисто, уютно и комфортно. 30 апреля месячник весенней уборки города закончится общегородским субботником.